Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Она увлечена театром, хореографией, была королевой красоты, работает телеведущей, окончила филологический факультет, а сейчас набирает огромную популярность ее авторская кулинарная программа «Ашхана» на Ютубе. Знакомьтесь, Гульнара Макаева, наша гостья из Кабардино-Балкарии. Эта юная красавица еще и мама троих детей. О том, как она распределяет время и что для нее сейчас в приоритете, об этом в эти минуты в нашей студии Гульнара расскажет моей соведущей Были Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Гульнара. Доброе утро. Я очень рада видеть тебя сегодня у нас в гостях. Знаешь, даже при заочном знакомстве с тобой я поняла, что ты человек безумно увлеченный. Но я немножечко расскажу нашим зрителям про тебя. Расскажу, что ты приехала к нам из Кабардино-Балкарии, что ты там звезда, телеведущая, была мисс всяческого уровня. Но помимо этого, ты с детства занималась театром, в театральном кружке, ты танцевала. Но вот сейчас, самое главное, я забыла сказать, ты мама троих детей в свои 20 с небольшим хвостиком. Ты многое успела. Вот сейчас ты увлеклась кулинарным, кулинарной деятельностью. Значит, я слышала, что ты любишь готовить очень, любишь готовить с детства. И вот это все воплотило в свой авторский проект под названием «Ашхана». Значит, выходит эта программа на YouTube-канале. Естественно, я хочу у тебя спросить о назначении этой программы. Понятно, что к тебе приходят все звезды Кабардино-Балкарии, соседних регионов, вы готовите, у вас дружная атмосфера. Для чего тебе это? Вы знаете, я всегда говорю и дома, и супругу, что вот этот кулинарный проект «Ашхана» – это для меня как вторая семья. То есть вот если будет такой вопрос выбора между семьей и вот этой передачей, я буду долго думать, потому что в этой передаче вся моя жизнь. Это вот говорят, это, наверное, хобби, это не хобби, это вся моя жизнь, вот на самом деле. Угу. Ну, я знаю, что ты занимаешься еще одним проектом и вполне успешно. Проект называется «Лучшие дети». Концепция программы какова? Там цель проекта была такая, чтобы собрать всех деток, которые мечтают, когда вырастут, стать кем-либо. Помимо детей я приглашаю родителей, которые не хотят, чтобы их ребенок работал, допустим, когда вырастет, по тому направлению, которое выбирает их ребенок. И все дети, мы ездим по всем профессиям, то есть вот недавно были там кузнец, пожарник, больница, вот в общем, и милиция. Мы ездили по всем этим направлениям, и все дети видели себя в этих направлениях, и некоторые из них для себя поняли, что они вообще не хотят работать по тому или иному направлению после того, как увидели себя в этой профессии. И родители, соответственно, некоторые хотят, некоторые не хотят, в общем, ответы и их мнение, конечно, к одному не приходит. У всех свое мнение, как говорится. То есть твоя задача сделать так, чтобы ребенок выбрал себе профессию по душе? Уже с детства. Уже чтобы с детства. Он вот все детство не мечтал об этом, а уже изначально с детства уже понял, что это ему не надо. Ну, у такого увлеченного человека, как ты, не может быть, чтобы не было куча планов в голове. Я знаю, что ты и филфак закончила, у тебя есть серьезное образование, но я так понимаю, что в ближайшем будущем ты будешь кулинарным блогером, кулинарным гуру и будешь заниматься только этим, так? Ну, я думаю, что я буду потихоньку идти к этому. Желание есть. Угу. Думаю, больше ничего не надо. Я благодарю тебя за участие в нашей программе и за то, что ты приехала к нам. И, конечно, желаю тебе огромной удачи. Спасибо. С праздниками. Вас также. Спасибо нашей гостиной. Ну а наш информационный эфир продолжит вещание на карачаевском языке в 9 часов. А я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и благополучия каждой семье. Хороших выходных и увидимся в следующем, в 2021 году. Кетчуп Байсад. Мы не стремимся к экологичности, мы ее определяем. Кетчуп Байсад. Проверено. Экологически чистый продукт.
скидки? До 80%? Да, распродажа в 585 золотой. Украшение со скидкой до 80%. Надо брать 585 золотой. Дарите эмоции. Биберленд. Миру сыр. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк.